Центр избирком зарегистрировал и кандидатов от партии «Республика». В списке остаются 23 фамилии. Двух партийцев исключили на основании их же заявлений в ЦИК. Мы должны посмотреть, как пройдут выборы. На этих выборах мы будем смотреть, какой из кандидатов действительно пользуется поддержкой народа, который действительно за которого идут голосовать. Мы, увидев это, мы уже будем определять списки. ЦИК также зарегистрировала 72 наблюдателя от иностранных государств и международных организаций. Сегодня к ним добавились еще 7 наблюдателей из Франции, Армении и Грузии.